Я хочу поздравить весь личный состав подразделения с этой датой. Не только сотрудников действующих, их руководителей, но и членов семей этих сотрудников, потому что они, как никто, знают, насколько это тяжелая и ответственная работа. Хочу пожелать всем им крепкого здоровья, благополучия, карьерного роста, безусловно, безаварийной работы на дорогах и мира всем нам на этой земле.